Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Макс, Гришка и я, Артур. Мы продолжаем играть DayZ на Маск. Здорово, ребята! Всем привет. Так, ну что, ребята, нам нужно, по-моему, валить из этого города. Мы сейчас Очень нам... быстро, Да невероятно. не то, что нужно валить, нам просто нужно собраться вместе. Поэтому давайте мы где-нибудь сейчас выйдем из города, сгруппируемся в одной точке, а потом пойдем кого-нибудь убьем или, может, подружимся, наоборот, с кем-нибудь. Как ты на это смотришь, Григорий? Я смотрю на это отлично. А ты как, Максимилиан? А я смотрю на все отлично, даже на сна. Да. У него что-то там плохо, так что Но я давай. спускаюсь. Ну, да, спускайся и старайся как-нибудь по-тихому, потому что у тебя там снайперов полно. Гришка, Их идешь за уже мной? было. Так, и ты налево, да, двинул вдоль Да, стены? вон ты, я тебя Ага. вижу. Сейчас мы вдоль стены выберемся, тут, по-моему, где-то дырочка была. Мне Пути там. предлагают кровь тебе перелить. Кто предлагает? Так. Кстати, Ну, да, я как когда вы на тебя заметили, у нас навожусь. нет чата, то есть это админы чата, спасибо. Они вообще связались с Шусом. Внесли нас в число VIP-персон на этом сервере, и поэтому мы и чат нам закрыли, то есть все хорошо. До снятия серии Но сразу не шкаф. только нам. Чат закрыли Только всем. голосовой Нет, это чат понятно, оставили. ну да. Кстати, голосовой чат Четырем, был да? выключен, когда вы помните, мы там на этой, на переправе. Оболтали с Да. парнем, он, Да. оказывается, ничего не слышал. Да. Поэтому, когда мы его убили, у него было втройне удивление. Так, ладно, короче, карта у всех есть. Тут у меня есть, у Макса есть, у тебя Гришка, по-моему, нет. Да, есть, есть, есть. Я спустился, я если что, внизу. Хорошо. Тут палатка. Так, а тут что такое? Запорожец стоит. Палатка ничего. Будьте осторожны, на крышах есть люди. То есть одного я Заметил уже, да? убил. Нет, одного я убил, а второго мы с ним обменялись любезностями, и он и я ушли. Так, ну, давай, что ли, Гришка, за мной. Сейчас по этом. Давай, я буду за тобой. Там уже дикая местность, поэтому просто спринтуем, за нами сейчас зомби увяжутся, но мы их где-нибудь в елочке Опа, там. снежок, снежок пошел. Да снежок здесь уже давно идет, только прикольный. Так, я предлагаю встретиться за городом. Ну, в городе встречаться не будем. То есть я Ну, пойду сейчас. понятно, мы уже из города чешем. В эту секунду мы бежим из города, да. Замечательно, я тоже сбегаю. Все-таки тот парень Альтер-4 сделал. Ну, снайпер, который я подстрелил. Ну, потому что он не стал. А убийство мне не дали. Вывод. Да и хрен с ним. Нехорошее. Нехорошее. Нет, нехорошее слово матерное. А, в смысле насчет него и насчет его Да. поступка? Да, Ну, такие это люди это низко. просто сыкло. Что про них сказать-то? Купили мешку их. В этом они Пельмешка. портят сам смысл игры. Ну, то есть, это не имеет смысла. Смысл не в том, чтобы там Не, на самом выживать деле, с рекрутом. когда я узнал, что там убрали возможность релогаться, я такой, о, типа, теперь-то они не выйдут, Альтва 4 на меня А, пугай, господи, Альфа 4 и домой. Ага, на самом деле это, конечно, смешно. Да. Ну, по крайней мере, стараются бороться, чего уж. Пытаются, но, наверное, уже не в этой версии игры. Так, короче, мы куда-то вышли, но сейчас нам нужно будет с Шусом где-то встретиться. Что Я видишь, Шус? тоже вышел. Я думал, вот здесь вот день так осмотреться. Компасы мы так и не пробили, это меня печалит на самом деле. Мы, Да, в мы много общем, чего не пробили. выдвинулись на север от той пожарки. Ты Ты двинул, что знаешь, ли, где Гриш? север? Ну, мне так кажется, что на север. Просто тут такая инфа прошла, что мы никто не знает, где север. Ну, я Будем знаю, что считать, что я на вот севере знаю. белые медведи, там, да, все дела, но я их не вижу. Да. Гришка, ты куда убежал? Я просто... Ну, Я видишь, чуть-чуть как вверх сидел? поднялся. Гигант вся Север красная ждет. толпа, рядом с Воркутой, ребят. Красная, сейчас найдем. Такая большая, А та, гигантская... которая слева от нас, да, Не Артур? знаю, труба красная, Да, видим большая. Она... красную трубу. Вот я, грубо говоря, ее почти что обнимаю. Ну, мы сейчас к ней тогда идем. Ладно, выдвигаемся. А я тусуюсь в елке. Народ в комментариях такой. Блин, как спецназ сделать? Спецназ делается вот так вот. Такой, спецназ! Спецназ! Это вообще Ну тупо. да, я Ты не видел, я на доглядел. твоей серии посмотрел, как у меня там тройное сальто получилось с тулупом. Вообще. Спецназ. Стоп, Спецназ. его вот смотри, вот я просто бегу, W зажимаю, нажимаю V или как? Или отпускаю, нажимаю. Я держу. Зажимаешь V и Во, нажимаешь все, F. оба. Ну-ка, покажи. Смотри, спецназ. Не, у тебя хуже получается, на самом деле. Ну, да, я. Я хуже. Это, кстати, я постоянно эту вот фигню вижу, вспоминаю у нас в группе, не помню, нет. Там есть фонарь на строях, короче. И все такие уроды на нем. Я там вообще на гейбе иду. О, рестарт сервер через 5 минут. Похож на гейба Да, Ньюэлла. это... Шустрила там с топором такой. Как-то вообще страшно нарисован.
Нет, я помню, классный арт есть, не ужасный, там, где мы в доме из-под шороха, там Джек второй великолепный арт, я с топором с красными глазами. Да, это легендарно было. Художнику привет, кстати, если он смотрит, респект. И, кстати, чуть не забыл, администраторам сервера Ru68 тоже привет. Очень большое спасибо, ребят. Спасибо вам. Мы оценили. Так, ну я все-таки не вижу вас. Теперь ты сказал, что это сервер Ru68, поэтому... Метрах 100. А никто не зайдет, смысл там. Это... Наши злоты, это наши злоты! Так, мы подходим к красной. Вот там перестрелка в городе, слышишь? Ага. А я нет. Чуть левее Гасилова. Вот я тупо со стороны завода. Вот-вот-вот, мы тебя видим, Артур, слева от нас. Да-да-да, спокойно, спокуха, мокруха. Пацаны, зла не хотел. Так мимо пробежал. Зла не хотел. Да нет, я увидел. Я просто... Пойдем на военную базу, тут прям недалеко. Как вам идея? Давай, веди. Хорошо. Нет? Мне сейчас абсолютно подожди. Точно нужна МК, например. Я военная база, это какая военная база? А их тут две. Ну, это не одна, бараки. Просто, да, какие-то бараки. Нет, просто. Нет, ну на два без вармклозов вообще не суюсь обычно. Ну там просто холодно. А, понятно. Ну, по крайней мере, там зато от раков всяких будет защита. То есть кепки туда всякие не прибегут. Это хорошо. Бегают, да? Только так. Появился рядом, побежал на А2. Пофиг, пляшем. Отлично. Ладно, Сусанин, веди, сколько бежать-то примерно? Долго? Долго? Симулятор бега по лесу. Круто. Это да. Это мы любим, да. Это да. Но мы будем смотреть в оба глаза, потому что... Зомби за вами. На самом деле, у меня такое ощущение, что сегодня я умру очень рано и первый. А у меня почему-то вот к себе такое предчувствие тоже. То есть я вообще уверен в себе, как никогда, но чувствую сегодня, что-то случится плохое. А я буду жить вечно. Я рад за тебя, Джек. Конечно. Тут село. А давайте зайдем в село. Давайте. А там есть входябельные черные дома? А в этом на Мальске вообще нет таких черных домов, они по-другому сделаны. Это плохо. Это просто соскучился по этим домам. Я помните, мы когда еще начинали около маяка и бегали с фонариками в этом доме. Зарушили втроем. Я вот думаю, что мы будем делать, если мы будем посреди поля, и вдруг начнется выброс резкий. Зомби много! Давайте не будем шуметь. В смысле выброс? А, мы выброс? От него. Здесь есть выбросы. Я ни разу просто выброс здесь не переживал, поэтому не понимаю. Они великолепные. Ну это как выброс в сталкере, разницы-то, мне кажется, нет. Вообще идея вот с этим совмещением Дейзи и сталкер, это просто дайте пять, пацаны, молодцы. А я вот почему-то... А я всегда, когда раньше смотрел, думал, что Дейзи, ну первые стримы, когда видел, думал, что это и есть со сталкера тема. Ну, а ты, кстати, видел этот сталкер онлайн, что ли, или как называется такая? Это ужас. Это отстой. Я вот видел Сурвариум новый проект, вот него бы я очень хотел попробовать. Ну, на самом деле Сурвариум тоже достаточно печальный. Ну, там, правда, этот. Одна минута, я предлагаю пережить ее здесь. Да, вот тут вот остановимся и. Да, поговорим про Сурвариум. Просто. То есть. Ну ладно. Я посмотрел, и что-то мне, честно говоря, не сильно хочется. Потому что там, опять же, упор делается на этот. То, что. Как это сказать? Реализма такого нет, как в Дейз. Я считаю, главная фишка, которую сделала Дейз такой крутой, это то, что этот реализм из армы полный практически. Warzed поэтому игрался достаточно деревянно. Warzed — это такая игра, вот я дошел сходства с Линейджем. Кто пьет банки, тот и выигрывает. Грубо говоря, если есть бронежилет и 900 тысяч антибиотиков, ты бегаешь, потестирают, а ты банку. Так, да, там есть такое, типа. Встретимся с вами в бронежилете. У меня аптечки бесполезны. Да, в общем, увидимся. Да. Ну и, собственно, все, продолжаем. Да, мы продолжаем. У нас тут была большая проблема со входом. Артур, я, конечно, извиняюсь, но люди дышат в микрофон. Сейчас разговаривают, нет? Нет. А ты в опциях выключи, пожалуйста, в аудиоконтроле вон на 0. Да-да-да. В общем, пока я расскажу, как все было. Мы не могли сюда зайти, то есть народ на сервер просто бешено ломится. Но в итоге... Бешеный народ. Админ подсветил, за что им огромное спасибо. Поговори, поговори, пожалуйста, в чат белый. Вот, типа, голые мужики тебя любят. Все, спасибо. Админ пишет, микрофон погаси. Ага. Ладно, молодец. Так, ну что? Я просто пытаюсь вспомнить направление, в котором мы пришли. А, да, все. Я, собственно, нашел дом, где мы будем жить. Дом, в котором мы будем жить? Дом, который построил Том. Мне нужен дом, в котором мы будем жить. Тут зомби. Хозяин дома, внимание! Мачете. А еще здесь есть дуплетница такая старая, беспонтовая. Кому-то нужно? Стреляю. Ты опасен? Хороню. Стреляю. Хорошо. Ой, блин.
У вас спичек нет? У меня есть, по-моему. Да, у меня есть. Значит, все. Здесь лежит самая тупая двустволка в мире и топор. Нет, это у меня двустволка лежит тупая. Уже люди начали убивать друг друга. Ты пошел наверх боком. Тебе я вообще начал... лестница не писаны, да? Ребята, здесь годовой запас туалетной бумаги. Господи, я поднимаюсь. Нет. Я должен увидеть. Я должен вас убить. Это бумага моя. Черт, бери, я доберусь до нее. Кто-то там с помощью читов, насколько я вижу, пытается создавать себе технику. Пытался создать технику, да. Да, я надеюсь, таких людей в аду будут бить лопатами черти. Вот видите, сила сервера уже 68. Так, ладно, пойдем. Так, ну где, в какую сторону? Кабан! Да пусть идет нам, пока кушать. Ну, базу, все помнят. Мы могли поесть. Подожди, ты от нас оторвался. Я иду назад. Я возвращаюсь. Елка, сзади, ориентир, елка. Он не хочет кабана. Кабан? Никто не хочет кабана, да, ну? Смысл? Это извращение. Все, окей. Прикольное место. Это зомби к нам бежит. Ну, а так. Мы побежим от него в лес. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. Да, это то самое место, где мы по серваку бегали в самой первой серии. Прикольно. Джек Шепард, а мы на этом острове везде бегали. Ты сейчас понял. Как доктор Зойбер. Это типа флэшбэк в Чернорусь был. Флэшбэк. У меня что-то FPS пока что садится иногда. Точно, Макс, давай перед каждым нашим воспоминанием ты будешь заряжать флэшбэк. Окей. Отлично. Господи, куда я попал? Это нормально. Короче, мы идем на военную базу, она большая, нет вообще? Их там две, они рядом. В одной три барака, в другой два. Неплохо. Врагов много там бывает обычно? Ну, то есть людей мы называем врагами. Я понял, люди там бывают. Потому что мы дружелюбные. Да. А они враги. Я хочу вам напомнить, что нам нужно два чешских рюкзака вам найти. Это вообще капец, я только сейчас узнал, кстати, что, ну, то есть последнюю серию, когда уже прочитал комментарии. Офигеть, это ненормально. Это бессмысленно, мы-то запомнили еще с DayZ оригинального, что респак лучше, чем чешский. Да это, в принципе, ладно, пофигу, мелочь. Я бы, честно говоря, такой сейчас покатался на квадрике. Жаль, что его тут нету. Я нашел вертолет. Это нормально? Сейчас едет человек на квадрике. И мы понимаем, что квадрик наш, да? Кстати, да, народ, я знаю, как переключается коллиматор и обычная такая оптика. Просто у меня на этой кнопке раньше висела запись. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп. Парень не согласен. Просто мне в каждой серии пишут, как будто я не знаю. А я на самом деле не знал. Нет, но это на моей винтовке. У тебя-то этого... Нет, у тебя там чисто. Ну, это единственная брат. Винтовка, которая так прицел переключается, или еще есть какие-то? Ну, в армии третьих дохренища, а тут, по-моему, это первый последний. Black Hawk Down, насколько я посмотрю, серьезно. Здесь так. Есть дрова. А зачем пилот вертолета вместе вез с военным вез дрова? Я считаю, это в дровах наркотики. Возможно. В дровах, правда. Были бы там статуэтки с Иисусом, а внутри... Артур нашел что-то попить, мне кажется. Да. Ну, Артур нашел что-то попить. Не-не. Все, я набрался питья. Вертолет летал на дровах просто, понимаешь? Подкидываешь в топку. Полетели. Догоняйте. Ты ушел куда? В ту сторону, в которую шли? Прямо. Вон, я тебя вижу. Просто не будем так втроем, ну, попытаемся. Да, турничить вперед, я буду замыкать. Дистанцию держать. Окей, обычно стреляют по среднему вначале. В первого, нет. Первый игрок, как в пейнтболе. Первый сам первым стреляет, хоть и дружелюбен. Уходим в леса, потому что в лесах безопасно, через дорогу и налево. Не знаю, я в электрозаводске два раза встречал такую колонну, стрелял сначала в среднюю. Как правило, получалось. Нормально, было весело вообще. Ну, да. Я говорю, что зовут такие. Сейчас встречал людей, они пропадали без вести. Та же самая херня. Я с этим ничего не имел общего, да? Их части тела находили в разных местах в Черноруси. Иногда задницы, иногда что-то еще. Вы не потерялись? Ну, я примерно в твоем направлении бежал, но вышел на поле, к дороге. К дороге на поле? Ага, так что ты, скорее всего, чуть-чуть правее от меня. Я вышел тоже к дороге. Обратите внимание, если вы видите. Я на дороге прям бегу. Ты направо пошел, да? Прямо шел.
Вернулся обратно к дороге. Пытаюсь смотреть. Еще одна дорога просто. А, я понял, ты наверх поднялся, к верхней дороге. Угу. Сейчас я выйду к верхней дороге. Давай к верхней, да. Джек Шепард, не потеряйся, пока там куда-нибудь не убегаю. Вижу одного из вас, вижу одного вот из второй, вас. Да. Второго видишь? Да. Все, нормально. Угу. Джек Шепард, что ты там рассматриваешь? И сейчас Джек из другого дерева выходит, а да. Пацаны, привет. Да, все нормально. И потом еще мужик такой выходит, ага, я тоже с вами, все нормально. Ага. И за нами спать. Пассажир. Я понял. А мы его в елочку. Сбежит, ну. Оп, елочка. Ага. Максим, нужна фраза флэшбэк. Флэшбэк. Помните, как мы в амбаре были? А, Макс вокруг амбара бегал. Я был наверху, Артур сидит такой внизу. И внизу пробегает чувачок. Да. Артур, о, Джек Шепард, ты выходишь. Я такой, я наверху. А тут кто тогда? А это вообще рвань была. Такая паника в голосе, непонимание, что вообще происходит, что за мужик там был. Это было круто. Это было. Так, я за Максима. Ну, я знаю, да. А я бегу по лесу. Абдедорм. А ты уверен, что мы в правильном направлении бежим? Честно? Понятно. Ладно. Не, так-то вообще я уверен, но... Так-то ты в первой серии был уверен, пока не сдался на 40-й минуте и не сказал, что ты ведешь нас хрен пойми куда. Никуда, да. Вот видите, сила компаса. Ты его нашел? Нет. А, окей. Не, вот это вот, сколько я уже в Черноруссию безо всяких компасов уже наизусть знал. Просто там показываешься на берегу и бежишь в этот, как его, новый собор. Все. Я из любого места туда мог попасть уже. Это было настолько... Сколько раз меня там убивали, я такой, там, честь отдаю. Там три человека в палатке сидят. Блин, вот если я сейчас вижу вооруженного человека, что мне делать? Я вот не знаю, как... Ну, блин, в этом... Убивай. Нет, ты кладешь оружие на землю, подходишь к нему с пакетом крови, переливаешь, и потом он тебя убивает. Хорошо. Не, ну просто ты понимаешь, да, сколько человек на сервер зашло? Как думаешь, с какой целью? Ну, большинство из них писали, что хотят нас убить, но они, видимо, невнимательно серии смотрят или как. Потому что за 5 серий у нас потеряли лишь одна, когда меня убили. И ну, все. Меня рвало тоже. Заяц, рвало, но ты жив. И Макс жив. Заяц! Ну этот заяц, он твой, понимаешь? У нас зомби! Заяц-зомби? Нет, нафига на зомби смотреть, я хочу заяц. Блин, насколько все-таки сужен обзор при виде от первого лица? Сейчас, когда играешь чисто с ним, замечаешь. Это прикольно. Mm-hmm. Реализм. А там, по-моему, можно процентовку же поставить, то есть... Ну это не прикольно, ты будешь как этот, я не знаю, там... Как у мухи зрение на 360 градусов будет. Так, блин, нормально, вот это вот человеческое, вот это прикольно. Я, правда, из-за большого экрана постоянно прощелкиваю детали, что в этой игре, что в других. То есть шары разбегаются в кучу. Угу. Вот. Поэтому... А все говорят, что ты просто невнимательный. Ну, можно. Ну, короче, это не так! Я не буду никого обманывать, если скажу, что я снова потерял направление. А смотрите, Crytek-то взбесились, начали людей убивать. Да? За что вы их кикали? Убрали. Ах, в нашей игре нет ничего, кроме графона. На, получи, долбанный школьник. Там отлично, чувак ерли такой. Хотя, вы знаете, сейчас, одну секунду. Нет, я молодец. Я красавчик. Окей. Спереди военная база. Да-да-да. Я рекомендую зайти... Вышка. Рекомендую зайти с правого фланга, вот да. Как раз я под этой вышкой сейчас зарезал. Стой. Чё, на ней? Далеко не убегай. Нет, о, нет, опять упал. Найн. Ладно, увидимся после этого. А? Куда это ты подевался вообще? Я был. Что ты видишь? Я вижу лэб. Вот это то место, где серию свою начинал, сам первый. Вышку видишь? Да, не, он видит лэб. Я вижу тоже лэб. Я иду за ним за лэб. Я у лэб прям стою наверху. А, все понятно. Да. Как ты там оказался? Я тут был. Нормально, и вот я здесь. Мы были в порту, и вот я тут. Джек, мы видим лэб и не видим тебя. Я вижу вас по правую руку от вас. Вижу его, он был не под лэбом, обманщик. Ну, я был рядом. Я хотел убить. Так, чё, бежим, короче, не знаю, сколько там ещё будет этих... Серия называется «Технические сложности и два снайпера, убитые за кадром». Оп! А когда-то мы бежим. Ну, это, короче, дело в том, что мы не сменили ники, да? Это было глупо, и народ заломился на сервера.
Теперь мы ники сменили, и я думаю, будет поспокойнее. Все же я хочу сказать, что когда мы не сменили ники, народ защемился. Было поймано на маленьком сервере, где 35 человек, 19 читеров. 19, да. Господи, около, наверное, из них 7 вертолетов. Это больше половины. Люди, одумайтесь. Вы что делаете? Вас забанят. Да не то, что их уже забанили, но вообще, вот эти люди подписаны на мой канал. Фу, блядь, фу. То есть, ты самое смешное подумай, они за это деньги платят еще. Да. Это вообще капец. Господи. Так вот, около 6 вертолетов потенциальных не упали на нас, поэтому да, продолжаем бежать. Все еще продолжаем бежать. Так, все, теперь корточки, ребята, и предельная осторожность, так как тумана нет. В каждой елке здесь может сидеть правильно. Опасный юноша. Кровосос. Я правильно понял? Нет. Айзек, дай примерно, куда смотреть? Прямо там, где, видишь, река, вон, военная база. Там, где река, Волга. Давайте потихоньку проходите, а я буду смотреть. Бараки. Дэви. Джекша, просто меня видишь? Пойдем за мной. Да что ж, за елкой я вижу тебя. Свою попу там мне подставляешь. Артур, ты, да, очень некультурно поступил. Мы знаем, что... Ну нет. Тихо. Я в елку. Это что похоже вижу? На ствол. Да нет, это ствол. Это 100%. То есть ствол дерева. Справа, спереди 4 зомби появились. Скорее всего, на нас. Хорошо, прийти за мной. Я не вижу тебя. Ну, я по елочке, надо вперед. Ну, то есть к воде, да? Ну, да. Когда за тобой? Сейчас я тебя найду. Так, я тебя слышу по правую руку от себя. Вот ты. И все. Макс, что там насчет прикрытия? Как у нас? Я очень сложно кого-либо прикрыть. Блин, даже не знаю. Артур, предлагаю тебе, справа видишь пригорок? Угу. За зомбями. Давай зомби сзади обойдем по елочкам и на пригорке вот этом присядем. Ну, ты давай иди вперед увидеть. Тогда, я посмотрю, давай. Как ты что задумал-то. Я тоже знаю неплохое место, я сейчас буду туда перебазироваться, но я чувствую очень сильные проседания FPS. Мне это печально. Давай. Может быть, ну не знаю, тебе виднее, где там будет снайперская позиция хорошая. Ну просто мы сейчас туда пойдем и хотелось бы, чтобы... Тебя кто-то прикрыл, правильно, но да. У меня еще, я еще напомню, у меня и оптики, к сожалению, тоже нету. Ну у тебя вообще там, по-моему, печаль насчет этого. Я в бинокль смотрю, и все, что вижу, я убивать пытаюсь. У тебя есть бойная сила хорошая. Бойная сила хорошая. Не убивает, но сваливает. Так, я пойду быстренько обойду по правой стороне, чтобы видеть базу насквозь. Надеюсь, меня поняли. Окей, нас не грохнем, потому что мы тоже по правой стороне тут. Да-да-да, уловлю. Уловил, фейс-контроль проводим. Синее лицо у меня и камуфляж, у вас калаш и Г-36С. Здесь с остальным оружием не выживают. Так, внутри вроде спокойно, справа смотрю. Ни в горе, ни у будочки никого не вижу. Ну если кто-то лежит, я, конечно, его не увижу там. Ну правильно, он же не двигается. Да. Блин, это местный амбиент, он просто сводит с ума. Слышите, какие-то дети орут временами? Да. Это печалит меня. Дети? Угу. Не переживай, это всего лишь дети. Так, ну чё? Я осматриваюсь, Григорий. Движения не вижу. Да вижу, я на позиции бегущего. Да, я уже сел. Зомби ко мне! Ах, подошел. Господи, вижу там. В базе 500 тысяч миллионов зомби. Не что будем делать? Я думаю, забегать в казарму и отстреливать их. Не вариант, да. Пока. Нет, почему не вариант? Это единственный вариант. Что мы еще будем делать? Они нас услышат по-другому и убьют. То есть, товарищи. Давай вот здесь в ямочку. Дымовушка, может, какая-то есть там. Ты не успеешь проползти, они уже к тебе бегут. Теперь ко мне. Да пошли они. Я внутри. Здесь лежу. За нами ползут. Давай, пока нас не видят. Я вижу зомби. Все, видят зомби. Давай, я же говорил, это бесполезно, слишком дохера. Добрый день. Угу. Так, вижу спокойно, вас пассажиры. Все, мы вошли в казарму. Пусто. И так. Я думаю, не стоит нам ложиться на пол, как ты делал в прошлый раз. Да, они вообще, кстати говоря, очень сильные, поэтому, может, ты своим мачете их порубаешь, потому что я сюда... У меня нет его, я его профукал. Отлично, мой план полетел в тартарары. Да, придется их убивать. Так, у меня патронов больше, я думаю, поэтому...
Сейчас все прибегут. Я думал, сейчас потихо. Сейчас весь, все люди тоже это слышат. Я знаю, ну, я понимаю. Это, ну, я на это и рассчитывал, что вы так поступите, это правильно. То есть сейчас я смотрю во все глаза. На самом деле, мне не очень этого хотелось. Ну, по-другому никак. ПБС нет у нас. Шепард, а где твое этот мачете? Я его профукал. В одной из серий я сказал об этом. Это пора нет никакого. Там еще двое заходят. Рабочий и военный. Все, больше зомбаков. А не, еще бежит один трудовик. Вдали, в далекой. Так, я взял. А если через стену шарахнуть не могут, по-моему? Dead people everywhere. Просто потому что... Они вышли, они вообще вышли из вашего барака и ушли куда-то, так что можете потихоньку там лутать что-то. Что да есть? Тут ничего нет. Соседний барак меня какие-то патроны. А, о, Артур, для тебя патроны. Два рожка. Господи. Да у меня, в принципе, патронов хватает. Кто сидел? Я. Ты говори, там стреляю. И, кстати... Ну, я просто... Ты же за мной, я думал, ты смотришь. Народ подавал неплохую идею, что... у нас должно быть принято. Если кто-то говорит ложись. Кто вышел? Кто вышел? Я вышел. Если кто-то один говорит ложись, ложатся все. Да, без разговоров, потому что все принимаю. Мало ли там. Так, я в казарму, которая перед этой была. Хорошо. За мной два зомби. Вообще они сейчас ко мне пойдут, похоже. Хотя нет. Так, ой, я себе. То есть ты налево пошел в казарму, да? Там еще казарма одна есть справа. Да, так. Еще одна тут шмя. Я их, пойду их посмотрю. Если что, патронов у меня просто решал. Вот так и направо, ты мне не упрешься. Да. Открываю огонь. Меня. Открываю огонь. По кому? По зомби. Нет, тут не направо. Ну, я не могу сконцентрироваться. Кто по дороге бежит? Тебе нужно развернуться и выбежать на другую сторону. Совершенно в другую бежать. На 180. Да, вот сюда. Блин, есть сейчас такая замечательная мишень, я думаю. Повернешь налево. Угу. Мой выстрел. Вот он. До последнего шага. Да. И вот там ты упрешься в барак. Все, понял. Кто вышел? Я за Артуром. Хорошо. Так, я вошел. Я за тобой. Здесь вроде спокойно. Фу, блин, тут как-то адреналиново. Надо. Напряженно, поверь мне. Тут умереть вообще как жвачку пожевать. Ямочка 16 никому не нужна? Нет. Да, Джек, ты ж хотел. Я зомби хотел... Ползет. Снимаю зомби аккуратно. Давай. Блин, у них головы какие-то толоконные. Ну, они в шлемах вроде как. Здесь лежит М4-1 ССО. Ну, Джек хотел получить. О, слушай. Так, давай. Да иди уже. Вы разойтись не можете? Да. Она, кстати, СД. Все, ребята, я беру. Я беру свою прелесть. Не знаю, мне вот это вот понравилось. А СДшные рожки там есть к ней хотя бы парочку? Я не знаю. По-моему, лежали рядом. Если что, я в любой момент могу взять АК. Я, пожалуй, отвлекусь. А ей только СД, просто она не съест, что ли? Не съест. Блин, вот это тогда плохо. Плохо, согласен. Черт, придется взять АК обратно. Здесь лежит АК с подствольником ГП-25, как у тебя, да, такой же. Да, такая же. А для подстволочки там ничего нет случая? Я ничего не видел. Ничего не видел, ничего не знаю. Уходить надо. Сейчас уходим. Здесь лежит G17, магазин нужен. У меня, потому что, в принципе, хватает 3 магазина, я думаю, это будет достаточно. Нет. У меня Макарыч СД, мне хватает. Хотя нет, возьму один. У меня М1911. Так, что, двинем вторую базу? Выходите на меня, да, понял? А тут кто-то говорил, что голосовой чат что-то сказал. Будка КПП. Понял, да. Осторожно, там подходит. Давай, убей его, я потом вылезу. Я хочу сейчас пить, блин. Тебе полез. Я пить хочу. Да ебану мать. Не говори. Как вот. Где он, куда подевался? А, вон, что замер-то? Дурак. Говно в проруби вызывает орел. Орел, как вы там? Я сделал вид, что я этого не слышал. Говно в проруби сидит в проруби. Собственно, не видно никого, пора уходить. Так, мы выходим через слева от центрального хода, есть такая дырочка. Да, понял. Хорош, вы выбежали, зомби. Вижу вас. Я вижу вас, убегаем. Убегаем в мое направление, посмотри, я справа от тебя. Угу. Молодцы. Красава. Операция «Цвет нации» завершена. Операция «Пустыня в пустыне». Буря в буре. А сверху титаны завершены. Стакан в стакане.
Вон вторая база, я уже отсюда вижу. Но этот наш правый лес, наша главная primary target, супер-мега, супер-турбо-класс. Че сказал? Говорю, что сейчас идем в эти кусты, потом отсюда смотрим, вы идете. ФПС вообще нереальный, я не знаю, что происходит. В смысле, а че? Да он выседает у меня. Не знаю, у меня стабильно. Я не знаю, у меня он лочится на 30, поэтому я не могу сказать, хорошо или плохо. У меня он падает до 30. У меня лучше на 60. Вот сейчас просто в ноль упал. Не знаю, я привык на 30 играть, поэтому мне норм. Так, все, карточки. Карточки. А я там был, походу. Каждую елочку смотреть надо. Так, хорошо. Все, я выпал на пузо. Ух ты, маячок там. Зомби там не ходят. Это хороший знак. А нет, я тут не был. Собственно, два барака, которые вам надо будет залутать. Один прямо за будкой КПП. Все видят? Угу. Вижу, да. Один на спуске вниз, там такой заводик маленький красный. Слева от него закрытая дверь, такой же барак стоит. Он самое левое здание снизу. То есть, где вот эти три таких баллона, да, висят? А слева от них домик обычный, а еще левее барак длинный. Понял, все, вижу. Вижу дверь барака. Зомби там появились, кстати. Появились? Слева вверх, да. Не вижу да, зомби. Кому-то он бежит. Да. Вот, кому-то бежит. А что он там делает? Нет, уже остановился. Так, ну что, Джек Шепард, давай врываемся. Но прям по берегу бежать не будем. Давай чуть-чуть левее обойдем, вот там по пригорку. Давай. Я за тобой. Что стрелу пасешь, да? Да я пасцу. Пасцы там пока. Пока все пасцу. Спокойно. Хорошо. Отлично. Прекрасно. Замечательно. Однако. Если по вам начнут стрелять, то мы умрем. Нет, пули я не схвачу, но вы там сразу кувырки там со льда куда-нибудь упали в канаву, чтоб не видно было, и там уже разберемся. Окей. Спецназ. Кувыркайтесь, живите, выживайте. Каждая секунда — это каждая секунда. Это логично, на самом деле. Да. Каждая секунда — это секунда. Слева нет, оказалось. Эти пни, они постоянно меня беспокоят. Внутри два пассажира, пусть себе тут. Беспокоят? Стоит. Говорят, Артур, вынеси мусор. Артур, помой посуду. Хватит беспокоить Артура. Типа того, да. Это вы вдвоем, да? Чувачище. Петросян. Вот эта вышка. Ты спел Петросяна, как Спайдермена. Да-да-да. Это вообще как? Петроман, does whatever Petro can. Блин, я могу в дверь попасть. Слышь, мы как непуганные какие-то. В дверь, говорю, не могу попасть. Пусто. Пусто? У меня не пусто, у меня тут станаги лежат и патроны к МПП. Это не станаги. А что такое 20 раунд ВСС? А, ВСС, это понятно. Интерес! Ну да. Я нашел две гранаты. Нет, это патроны к нему. А, патроны. Из второго барака и из заводов повыходили люди, которым давно не платили. Так что не останавливайтесь, когда будете бежать. Если что, у меня есть с собой подстволка. Замечательно. Я ее шантрахнул. Ты хочешь прям шантрахнуть? Посмотри, ты будешь по зомбакам стрелять, а жахнешь подстволки. Это будет зрелищно. Две штучки. Не-не-не, я переключил, я сейчас знаю, что у меня подстволка включена. Ну хорошо. Если вижу. Что, по зомбям стреляет, Артур. Все, мы рванули вниз. Вижу вас обоих. Да лучше пока что по ним вообще не стрелять, только уже когда забегаешь внутрь. Один бы лучше схватился с зомбаков и убежал на завод, на самом деле, а там бы размансовал. А второй бы пока зомбаков нет, барак. Поздно уже, поздно. Ну ладно. А на заводе это... входные места есть, нет? Давай. Конечно. Я на завод пойду. Да, на заводе легче легко. Тут там морфина два и два выхода. Удаляющие. Два выхода, и они там ходят. Ну, точно живым останешься. И эмочка лежит. М4, а 3 ССО нормальная. Захожу на завод с шестрильной стороны. Я понял. Ну я смотрю вообще на вход, ну в вашу территорию и все. Чтоб никто не прошел. Открываю огонь. Тебе пришли все-таки? Да-да-да, пришли уже. Слышишь, как ты стреляешь. А за мной что-то никто не пошел. Джек, миллион зомбаков. Я сейчас думаю весь АК высажу в них, возьму М-ку и уйду. Логично. Они через стены бегают. Тебе помочь? Подонки, нет, нормально. Просто он меня чуть не цапнул. Хорошо. Я если все будет критически, кричи. Да, с чем мы вламываемся и стрижем. Все. Всех. Да нет, сейчас смотри, он садит. Бьет. Как? Не пойму. Нормально вроде.
На заводе вообще таска печать. Какой-то через стену садит на меня, походу. Продолжаю стрелять. Keep shooting. Нет, это зомби. Они внутри завода же не умеют бегать. Нет, ходят пешком. Ну пусть ходят. Здрасте, как ваши дела? Mm-hmm. Чем занимаетесь? А-а-а, психопаты! Что случилось? Да, и как резко рванули ко мне. Я же испугался. Место такое прикольное. Джек, ты закончил там? Да. Уходим. Но он молчит, я уж подумал, схарчили. Чё нашёл? Такой, типа, ну его схарчили, но я нашел эмку, я себе в рюкзак ее забираю. Я понял, пора уходить, йоу. Йоу, принято. Не в мою сторону, так убегайте, убегайте в правую сторону. Ну, то есть, прямо. Где вообще? Направо. Я в бараке сижу. Всё вижу. Я бросил позицию, тоже обхожу все по периметру, чтобы, если что, быстренько к вам рвануть. Надеюсь, понят. Ну, ребята, здесь есть вода. Ты в бараке пока? Да, я бы взял попить себе. Правда, есть попить, но я бы взял. Ну возьми, тут еды, воды мало, не бывает. Я захожу во вторую барак, ну, просто который побежал первый. Сразу. Много не бывает. Блин, тут просто горы трупов. Так, я в верхнем бараке сейчас буду стрелять. Окей. Зачем мы в бараке позаходили, кстати? Давайте вот уходить. Да что ж вообще? Вот когда кикают именно этот FPS и падает. Это походу нагрузки на сервер просто жесткие. А Артур, мне к тебе забегать или бежать, да нет, Макс? Все, уходим, я просто пострелял их маленько. Все, окей. Ой, блин, тут еще один. Все это все делал зазря. Ну ладно. Я просто хотел пострелять. Окей. Так, не беги прям к Максу. Что ж ты? Не на меня, вообще в другую сторону. Вы что, в другую? На 100%, на 180 градусов, в другую, другие елки. Да, я же сказал, другие, прямо и на правом поворот, когда выходит. Видишь лэп? Смотри, от лэп недалеко будем в лесочке. Я там пробегаю дорогу, если что, не стрелять, по-моему. То есть я вас видел только что. Угу. Видите, там еще в поле такой стоит с медикаментами ящик. Нет, вы, наверное, не видите. Ладно, я вот вижу, кого-то бежит тут на меня с зомбаком. К этому ящику, я там по кругу его нарезаю, тут только обезболиваю. Это я. Замечательно. Блин, там было два морфина, я не взял, черт. Только что понял, что я его там оставил. За тобой два зомбака? Ну, план елки как бы. Ну да, и Артура нет. Нет, я тут на колесе сижу. Я прошел, тут есть такая отвилка в сторону, вглубь острова. Здесь стоит разрушенный дом. Я в нем отдыхаю сейчас. Вы далеко? Да. Я просто бежал прям от завода вперед. По сути-то. Один зомби за тобой. Сейчас его тут еще тут попрыгунчик за мной снимешь. Да. Давай. ФПС садится. При выстреле ФПС 2. Я вообще не понимаю, что это такое. Странно. Первый раз такое. Хватит заниматься херней, мистер зомби. Отлично, прямо в голову. Ох, вы где относительно вашей старой позиции? Я думал, сейчас воссоединимся. Вот так там, где я прямо сидел, я тупо напротив. Угу, понятно. Я вижу домик, но он совсем не разбитый. Наблюдай, Артура, чуть левее возьми, и вон мы. А, тоже его вижу. Все, я не вижу. А, вижу. Блин, только ты полным ходом с тобой зомби. Ты на корточках? Все, понял. Окей, все, и давай там, сюда. Я на вас иду? Правее бери, я с поднятым калашом стою. Смотри, Артур, я вон бегу направо, выдержу к тебе. Угу. Да дамбы, наверное, можно заканчивать. Да, в принципе, неплохая серия. Конечно, людей не было. Ну и слава богу, по сути. Посмотрели? Были. Кто были? В самом начале на крыше парочка людей. А, ну это да. Кстати, странно, что здесь такого замеса нет. А, наверное, только потому что рестарты были. Так там обычно рестартов было много, да. Ну да, может быть поэтому. Ну, собственно, давайте попрощаемся сейчас или сейчас, как? Сейчас добежимся до тебя. А, вижу вас обоих. Я у избушки какой-то. Назад развернись. Я знаю где ты, я знаю. Все. Давайте вот в этом лесочке. Давайте. Ну, а чё, было прикольно. Ну, хотя на самом деле ничего особенного не случилось. Но погуляли, посмотрели базу. Повспоминали всякого. Да, повспоминали, повылетали.
В общем, спасибо показали, всем, что показали смотрели. Показали две военные базы. Все было. Думаешь, я не понял вообще там, что за военные базы. Там просто два барака стоят. Ну и хрен с ними. Три. В общем, три. Даже вот, наверное. Подождите, у меня там зомби идет. Короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами были Артур, Джек Шепард и... Крейтек продолжает убивать людей. Всего хорошего. Пока-пока. Всем пока.